пока там идет подготовка для шоу, хотелось бы рассказать об этой машине, которая будет принимать участие. Это одна из петель. Итак, такие машины известны были у нас как P13. Это совершенно другой производитель под названием Капа. И принцип действия точно такой же. Поршневая подача, основной поршень и второстепенный поршень. Все управление осуществляется с воздуха. Два бункера. Первый бункер — это приготовление, второй бункер — это подача. При нормальной работе можно обеспечить практически безостановочную работу. Поверьте, еще и будет время так, чтобы и покурить. Поэтому все время, это у нас сноровка и обучение кадров. Это мы с вами имеем аварийный сброс в случае возникновения давления. Вот здесь же у нас находится клапан безопасности по воздуху. В случае забивания машина автоматом остановит. Ну, это колено перекачивающее, те клапана у нас как раз вот там находится. Два клапана по воздуху, клапан безопасности, манометр. Ну и мы имеем вот такой вот дизельный двигатель с редуктором, со всем остальным. Мешалка крутится, работает. Машина полностью автономная. Кстати, двигатель американец.